Новый год – это время, когда сбываются самые фантастические мечты. Люберчанин Илья Шубин, как и многие юные россияне, написал письмо Владимиру Путину, поздравил главу государства с Новым годом и попросил подарок. Из Кремля ответили. Здравствуйте. Новый год семья Шубиных встречает в новом доме. В семье трое детей. Письмо Владимиру Путину написали все. И на одно из новогодних посланий президент откликнулся. Письмо писал президент? Дед Мороз тоже получил письмо. И президент поручил нам важную миссию. Доставай коробку. Нет, коробку доставай. Об этом писал? Подарок от Владимира Путина вручил глава округа Владимир Волков. Автор письма – ученик 7 класса Илья Шубин. Я хотел попробовать. Никогда не писал, сейчас попробовал. Написать получилось. Идею написать письмо президенту России Илья вынашивал долго – 2 дня. Выбирал, что попросить – телефон, настольную игру или умную колонку. Остановился на колонке, а то у сестер есть, а у него до этого момента не было. Они все писали, и девочки писали, и Илюша писал. Ну, как бы, просто им захотелось. Первый год, говорят, давайте напишем. Ну, говорю, ну, пишите. Я даже не знала, что они написали, поэтому был сюрприз. Семья Шубиных спортивная. Илья занимается самбо и спортивной гимнастикой. Сестры Надя и Ульяна – акробатикой и художественной гимнастикой. Девочки получили новогодние подарки от главы округа. Хочется вам пожелать в новом году, чтобы познавали все новое, росли, набирались сил, слушались, конечно же, родителей и обучались таким современным технологиям. Подарки вручены. Семья и гости отметили приближение Нового года за чашкой чая. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.